да, вы добрались, да? Ой, спасибо вам большое. Прямо благодарен. У меня чемпионат России сейчас идет, мы боксируем, Максим. Кого будем болеть? Хорошо. Мне на праздниках работает, к сожалению. Или к счастью, да, не знаю, как сказать. Ну да, у меня сейчас до 1 мая у меня чемпионат России по салату. А 2 числа звездные эстафеты. Надеюсь, что придут наши старшеклассники. Это там 16 на Борцово. 16 человек. Да, на Борцово. На Борцово там 16 этапов. Да, там получается 2 круга. 16 этапов. Мальчик Леонидович. Мальчик Сергеевич. Что говорите? 10:50 мы должны перестрелиться. Мы собираемся в метро Адмиралтейский. И на кой закончите? Пауза. Ручки, и на кой закончите? В синем углу продолжение боя готовится Георгий Злобин.
Санкт-Петербург. 2003 года рождения. Тренируется в клубе «Лидер» под руководством Патюковой. Приготовится 18-й парень Алексей Никулин, Москва, Станислав Шлопаков, Тюмень. Бригада судей работает в том же составе. Так, ну кто там? Дима работает в клуб. Он выдохся. Дима, легче сейчас, легче. Девочки, мальчики, не раскачивайте спортивные снаряды, остановите себя и... Это первый раунд, да? Да.